А, собственно говоря, помимо того, что мы с Максимом тренируемся, катаемся на коньках и танцуем, существует и моя основная работа. Это съемки в кино. Начали! Мария, откуда? А вы Олег? Вот здесь теперь предлагаю вставать. Да. И, собственно говоря, после окончания сегодняшних съемок, это будет, наверное, в 12 часу ночи, мы встречаемся с Максимом в танцклассе. Нам нужно все отработать, поэтому работаем и днем, и ночью. Да, повернись ты под рукой. Ну вот, ну что неудобно? Вышла и вот... Макс, я до этого же верчусь. Ну пойди хоть раз мне, пожалуйста. У нас только так, только так. В следующем нашем выступлении мы танцуем танго. Мы очень любим этот танец. Очень любим. Сейчас уже наступила вторая часть проекта, уже мы перевалили за экватор. Да. И у нас начался вырисовываться, как мне кажется, свой стиль, такой эмоциональный, такой что-то с надрывом. Отсюда можно пойти уже. Неудобно, значит, идти. Неудобно. Да неудобно, мне проще развернуться. Почему тебе неудобно, мне нет? Усталость даже не физическая, как она была в начале, когда все болело, а усталость, когда у тебя высасываются внутренние какие-то силы, и есть ощущение, что у тебя кровь с воздухом, как из большого шприца, откачали. Какой кошмар. Вот, какие да. Страшные вещи ты говоришь. Представляешь, какая у меня фантазия? А ты говоришь мне, вот здесь просто троечка.